Сейчас наступили времена, которые заставят нас это сделать. Хотим мы этого или нет, время заставит нас. Я подразумеваю, что, перечитывая историю, мы извлекли достаточное количество уроков. В начале прошлого века, когда Россия ослабла, в России создалась смутная ситуация, для нас появилась возможность создать государство. Для начала на маленькой территории. Затем 19 и 20 год дали нам большую возможность, когда мы эту территорию увеличили даже в 7 раз и достигли, если я не ошибаюсь, 70 тысяч квадратных километров. В 1991 году также появилась такая возможность, когда Москва вновь ослабла. Нам опять была предоставлена возможность построить государство, а также вернуть территории, что и было сделано. Первая Арцахская война перед нашими глазами. В ближайшие дни мы также приблизимся к подобным большим возможностям.